Сегодня мы поговорим о компании Ember Foundation и о ее продукте Ember QMM. Компания Ember занимается созданием инфраструктуры для малых, микро и средних предприятий, чтобы получить доступ к глобальным рынкам капитала и продаж. Ember стремится предоставить масштабные, комплексные и эффективные технологические услуги и решить уже традиционные проблемы в рамках совместной работы. Важным этапом работы компании стало открытие платформы Ember QMM – маркетмейкинга, основанного на квантовых стратегиях. Данное событие пошатнуло криптовалютный сегмент, что может сильно повлиять на его развитие в будущем. Предлагаю вам вместе со мной рассмотреть данную платформу. Ember QMM – это гибридная кросс-цепная автоматизированная платформа, особенностью которой является оптимизация доходности и определение цен. Функционал данной способности удивителен, ведь она включает в себя полностью децентрализованный обмен, размещение и выращивание цифровых активов. Основными услугами данной платформы являются обмен валюты, межсетевые свопы, стейкинг в пул ликвидности, фарминг, а также функция Honey Pool, которая находится на стадии завершения. Ember QMM тесно связана с платформой Ember NFT, что позволяет проводить интересные разработки, связанные со взаимодействием NFT и DeFi. Таким образом, платформы Ember QMM и NFT позволяют легко оцифровать активы, создавая NFT, а затем продавать или использовать их через децентрализованные торговые площадки. Работа происходит без посредников, прозрачно и безопасно, что подчеркивает ее революционность. Для удобства производимых процессов Ember QMM имеет собственный токен ATR, который предназначен для использования его внутри платформы. Это дополнительный токен к основному токену Ember, AMR, встроенный в блокчейн Ethereum. Получить токен ATR достаточно просто. Его можно заработать за обеспечение ликвидности, фарминг и размещение ATR в Honey Pool. Применение последних технологий в разработке проекта позволили Ember создавать межсетевой своп. Благодаря нему появляется возможность интегрировать токены AMR в BSC и использовать все функции и ликвидность Ember QMM, ведь вместе с ним можно беспрепятственно перемещаться между двумя блокчейнами AMR и WMR. Еще одной интересной находкой стала платформа EmberSwap, которая позволяет каждому пользователю чеканить собственные NFT и продавать их через аукцион или по установленной цене на торговой площадке. Помимо того, что такое предложение достаточно сложно встретить, оно также довольно выгодно. За все транзакции платится лишь 0,2% комиссии. Плата за газ на BSC крайне низкая, а также отсутствуют дополнительные брокерские комиссии при продажах на аукционе. Ember активно использует свои социальные сети, где каждый может найти интересующую его информацию. Так, в Twitter публикуются самые последние новости, а также интересные предложения. Например, недавно появился пост с очень интересной новостью. Одному из инвесторов компания решила выразить признательность за отличную работу, которая не получилась бы без пожертвования около 1 миллиарда долларов в токенах SHIB. Пожертвование совершил Виталик Бутерин. Теперь держатели токенов SHIB могут переместить SHIB в Bripet SHIB, используя функцию обмена между сетями, а также с помощью Ember QMM делать ставки на упакованный SHIB в пул ликвидности ATR или BNB и получать за это вознаграждение. Ember успешно функционирует с ноября 2017 года, что делает ее достаточно опытной в данной сфере. За такое продолжительное время у нее появилось множество сильных партнеров, а также инвесторов. После изучения платформы Ember QMM у меня остались лишь положительные эмоции. Проект действительно делает дело и улучшает жизнь как начинающим, так и профессиональным пользователям. Если вас заинтересовал данный проект, то вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя на их официальный сайт, ссылка на который находится в описании под видео.